Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Я вас всех очень люблю. Особенно, когда вы выносите мне... Да, мозг, у меня его уже не осталось. Сегодняшняя тема – пионы. Пионы – это услада сердца моего. Это так красиво. Знаете, они не дают еды. Это точно. Они дают только работы. Такой работы огромной, но... Так устроено женское сердце, ну, чтобы вы понимали. Цветы занимают в этом сердце особое место, а уж пион это точно первое в моем. Значит, вот здесь вот два ряда. Вот посмотрите, два ряда. Это две коллекции. Этой коллекции третий год, этой коллекции только второй год. Прошу заметить, какие вылезают побеги. Толстенные в палец. И у них несколько разная высота. Знаете почему? Потому что те, которые самые высокие, это самые скоро цветущие, то есть ранние. Все по убыванию. Вот есть два куста около края, прямо там вообще нету почек, с этой и с этой стороны. Но нетрудно догадаться, что они растут на краю, и деревянная опалубка не дает прогреться земле. Поэтому, может быть, они не такие поздние. Я подбирала по срокам цветения. Но там еще мерзлота. Я копала сегодня. Один несчастный цветок надо было выкопать. Там просто мерзлая земля. На штык лопата еще. Поэтому явно эти пионы спят. Посмотрите, вот эти пионы. Они, конечно, находятся в очень выигрышном состоянии. Потому что здесь солнце просто завалилось целый день. И они проснулись. Да, они малыши еще. Они слабенькие. Им только второй год. Посажены они прошлой весной. Вот что сейчас надо сделать? Конечно, их надо подкормить. Я вас как учила. Как только появится возможность воды на даче, да? Ну вот она появилась, слава богу. То, конечно, надо обязательно полить. Первое – это нарциссы, второе – это пионы. Знаете, кто это звонит? Это горячая линия. Телефон просто разрывается. Но я не могу ответить сейчас. Смотрите, дорогие мои, как легко выпалываются из опилок всевозможная гадость. Но речь сегодня не об этом. Значит, хочу показать, что пионы были окучены опилками с землей вперемешку. Вот оставляем вот такую бороздку поливочную. Посмотрите, какие они толстые. Посмотрите, на каждой макушке будет цветок. Им третий год. У них невероятное количество для двухлетки, количество стволов, несущих цветы. Это что значит? А это значит, как только появилась вода, я только что говорила, первые нарциссы, потом пионы, надо отлить их как следует, а потом дать подкормку. Настаивайте черный хлеб, корки хлеба, какие угодно, где найдете, и поливайте их. Ну и, конечно, полная комплексная цветочная в приствольную луночку в сухом виде. Вот прям, знаете, посыпали, да, и вот так вот перемешали с почвой. Ну, сейчас немножко рановато поливать, да, а удобрение чуть попозже. В холодной почве оно просто не сработает. Вот, оно будет 5 месяцев кормить ваше растение. И уж поверьте, что у вас пионы будут лучше, чем у меня. И вспомните, пожалуйста, что здесь росло. Укроп, помните, да? Вот, как раз вот здесь вот. А чем мы поливали укроп? Забыли? Мыльной водой. Так вот, я вам рекомендую поливать еще и мыльной водой пионы. Это очень благотворно действует на них. При посадке пиона не забудьте в лунку добавить глины, чтобы у вас стволы были вот такенные и цветы вот такенные. Ну, на этом закончу. Всего доброго и до свидания.